Друзья, в сегодняшнем видеоролике мы с вами обсудим, как же обрезать ненужный видеоролик, уже загруженный на ваш YouTube канал, и именно ту часть, которая вам не нужна, плохо со звуком, плохо с картинкой, или может какая-то интеграция как раз с данным человеком, с которым я прекратил, с России. Продолжаем делать санкции, только уже со стороны блогерства. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами я Владимир. Очень просто. Ситуация в том, что вам нужно обрезать нужный видеоролик. Часть, именно кусок, чтобы склеить уже сам видеоролик, и который был полноценно использован для вас, как вы хотите его предоставить, но уже без нужных участков. Давайте же мы переместимся в творческую студию и сделаем это. Ну вот, ребята, сейчас покажу на примере одного видеоролика. Вот здесь у меня интеграция от нашего расиста. Я тоже в протест России, прекращаю сотрудничество с человеком. Нажимаю редактировать и показываю вам, как все-таки обрезать нужный видеоролик, то есть именно интеграция. Нажимаем обрезка, здесь нажимаем разделить. То есть мы сначала выбираем тот участок, где у нас реклама начинается, это вот здесь, где 33.03, разделить, и примерно уходит у нас под минуту 14.51. Оставляем отметочку. Здесь мы просто зажимаем, перетягиваем. Все. Нажимаем посмотреть. Это именно тот участок, вот, где наша рекламка. Мы можем с вами сейчас нажать. Увидеть то, что реклама здесь у нас заканчивается, а здесь начинается. То есть, если мы нажмем здесь воспроизведение, у нас автоматически с этой рекламы перекинет. То есть, то, что мы обрезали. И дальше у нас идет именно уже даже чуть-чуть надо переместить буквально. Сейчас мы это подкорректируем, чтобы это все было четко. То есть где у нас 51 секунда, мы ее чуть-чуть сместим. Вот. Чтобы после этого у нас ничего не высвечивалось. Все. Считайте, мы уже выделили то ненужное место, которое нужно удалить. То же самое, если у вас будут какие-то проблемные участки со звуком, еще что-то. Жмем посмотреть. Все. И сохраняем. Здесь нам говорится, сохранение изменений, ограничение видео, слой доступен, тра-та-та. На обработку изменений может уйти несколько часов. В течение этого времени текущая версия видео будет доступна зрителям. Внешне носить другие изменения в роликах будет нельзя. При желании вы можете закрыть страницу. Все. Мы это дело сохраняем. И, естественно, у нас идет это все дело в обработочку. Мы это оставляем, но уже того участка нам... Тот участок уже будет убран, который нам мешал. Вот и все, друзья. Поэтому, чтобы поддержать мое видео, конечно же, подпишитесь на канал, оставьте ваш лайк, оставьте ваш позитивный комментарий. Для меня это будет очень приятно. И поэтому будет мотивация делать больше для вас контента, интересного и полезного. Дальше больше, скоро увидимся. We'll be right back.